Вот хуйло, конец тебе! Да вот! Сладкие они, не стыки.
не багло. Блять. Страшно вырубай. Никогда не подрубай. Я даже не знаю, могу ли я его лутать. Бля, я магаз выкинул? А, не, не выкинул. Я хз, насколько безопасно его лутать. Как он тут оказался? Я думал, он на втором этаже, блядь. Слышно было звук со второго этажа. Как он так быстро спустился? Хуй его знает. Ебашьте парика! Так и знал, что дикий еще один идет, блядь. Nice. Пойду еще одного дикого солью, а что делать? А патрики кончаются. Да я тебя тоже видел. Ну подходи, блядь. Шалава. Бля. Ну то я буду тут лежать, лутаться и просто сдохну от кого-то сзади сейчас. Или даже бот придет в спину нахуячит. Ну, уже и так дохуя собрал, с карты бы выйти на самом деле. Выкинул калаш, к черту. Блять, как страшно на этой карте играть. С любой стороны могут атаковать. Охуенно интересно.
Ножи нужно выкидывать. Если что. Тут нечего выкидывать, по большому счету. Тут все что-то стоит. Мне, конечно, столько аптечек не нужно, но да ладно. Я вообще-то квест сюда заходил сделать, а не полутаться. Конечно, не против полутаться, но, блядь. Ты еще вынести все нужно. Ну, вы понимаете. Типа у меня выбор, если я обязан это все складывать сюда. Экономия места большая, плюс вообще на выгодничах. А кто-то может где-то кемперить. Мне вообще нужно в другое крыло санатория. По квесту миротворца, бля. Восточного крыла. Это я в западном, я так понимаю. Лучше пробежаться. Если начну стрелять, то я нихуя не сделать. Стоп, это не оно. Это не восточное крыло еще. Блять, а где я нахожусь? Я попал не... Как из него выйти, я не знаю. Сюдой? Теперь я в восточном крыле. Солянатория. Да. Иду на третий этаж. Земля мне говном. 321 комнату. У-ду-ду-ду-ду. Так, это я где сейчас? Я на третьем этаже, по идее, правильно? Мне бы хотя бы квесты сделать, даже если я не выйду живым. Нужно установить маяк на вертолет, потом пометить безопасный путь к вертолету. И здесь еще нужно сейчас, блядь, маяк поставить где-то. Какая-то 321 комната вроде. Уже, я так понимаю, лутали. Компы не лутаются или что? А, не открыто. Бля, ну тут кто-то сидеть может. Триста девять, триста десять. То есть мне туда? А ничего, что там не пройти, блядь? Я не понимаю. 312. Это проход, типа? Ебашки парика! Какова вероятность, что тут сидят работяги?
100%. Но я двигаюсь в нужном направлении. То есть я должен смотреть и на комнаты, блядь. И вперед. Вот 321-я. Тут я должен, блядь, заплантить хуйню эту. Блядь. Что это с ним? Че за... Так, ну хоть один квест сделаю, ё-моё. Буква П пусть будет, да? А, это не то. Тут не надо зажимать, поэтому можно Enter оставить. Это ж маячок просто. Теперь нужно найти еще вертолет. Я не помню, где вертолет. Сзади или спереди, бля. Может, вообще не стоит идти в эту сторону? Я пришел той стороной, у меня было все хорошо. А, я здесь был, стоп. То я развернулся, получается. Сложно это все. Понимай, где ты находишься и так далее, это, ну... Непростая задача. Там вертолет или нет? Хуй его знает, где вертолет. Он с одной из двух сторон, очевидно. Спасибо, дикий. Ну что ж, по крайней мере, он мне подсказал, в какую сторону бежать. Лутаем от жадности. Умрем так умрем. А смысл играть и не лутать челиков? Шо, всех пропускать? Тоже не вариант. Это что, вертолет здесь или нет? Блять, походу не тут. А не вон там. Ура! Только не убивайте. Забегу сюда, осмотрюсь. Только не гасите. Опа. Найс! Very nice! Вообще неплохая катка. Откуда мне эти жетоны? Я их с того чего подобрал, которого я одного убил? Или это с прошлой игры, я не помню уже. Окей, у меня два полных и один где-то на 20. Надо почекать, где дальше. К востоку от вертолета. Вот это оно. Пометь его, проверьте, блядь. Го, полежим, чтобы квест сделать. Не хочу бежать. Так, если я нахожусь, собственно, к мейн-выходу. Дорога на таможню. Немножко вот вверх отсюда. А дальше я помню и так. Я уже начинаю потихоньку запоминать карту. Кстати, я лишнее повыкидывал. Мог бы впритык забить. Ладно, хуй с ним, не критично. Че у него за мусорная КМ? 94 отдачи. Как можно такое сделать? Ладно, заберу хоть
как бы, ну, запчасти сделаю нормальные. Заберу вот эту вот ручку. Это заберу. Цевьё у него какое-то говно ебучее. Так, просто сюда и влево. И все. И там я добегу к стенке. Дальше все понятно. В целом, если я выживу, супер охуенная катка. Найс, залутался, убил чувака. И сделал два квеста. Я их хоть сделал, надо проверить. Я что-то забыл. Квесты миротворца бытовые не такие сложные, как мне говорили. Мне говорили, что я охуею с квестами миротворца, но нет. Я уже сделал квест миротворца, там где нужно было убить дробовика в голову 7 диких. Я его делал одновременно с квестом прапора, там где нужно убивать челиков с глушака. Ну, оружием, с глушителем. Я просто, короче, одел на дробовик глушитель и одновременно считаю, что делал два квеста. Ну, не считаю, что, а по факту. Seems good. Заодно силушка качается. Красиво. О, биткоин же сделался. Найс. Ну, в целом, если задрочить эту карту, я тут могу охуенно кемперить. Мне эта карта нравится. То есть берег это как таможня, только, ну, next level таможня. Вот что такое берег. Типа... Более, ну, профитная таможня. Просто очень тяжело запомнить карту. Она очень большая. Ну, как бы она не настолько большая, чтобы тут, допустим, захуярить миллион человек. Да, тут же все-таки играет там максимум человек 15. Из ЧВКшников. Возможно, им и стоит, ну, делать карты на больше народу. Тут бы и 20 поместилось. Она реально большая. Просто на этой карте почти все бегут в санаторий. Собственно, в солянаторий. И там основное мясо. И тут, короче, спавны такие, ну, ты порой очень далеко от него спавнишься. Если ты далеко заспавнился, нет смысла даже пытаться. Потому что ты прибежишь, ну, очень поздно. И тебя 100% закемперят. Прям 100%. Ну все, иду к выходу. Все, заебись. Если на выходе нету кемпинга, то просто 10 на 10. Вон выход уже вроде, да. В 30 метрах. Ну, почекать кусты, что ли, на аккуратничьих. Ну, хуй знает, вроде никого. А, дикий. Что это такое, блядь? Как с того оружия стрелять издалека? Что это было вообще? Мне диких сейчас умереть или как? Хули он не попадает. Окей, я умираю от диких. А где моя шина? Я не могу ногу вылечить. Я не понимаю, как этих тварей пройти. Я его убил, окей. Еще один есть.
шоколаж возьму. Я, конечно, понимаю, что пули медленно летят у СС. Но все равно непонятно, как стрелять. Ты же, я же наперед стрелял немножко. Все равно не прилетело нихуя. Тут ПС патроны. Ну это похуй, хоть пули быстрее летят. Так, у того вроде... Я не вижу его, блядь. Он с дробовика стреляет. Это, по идее, не убьет меня никак, но... Где он? И как играть? Я не вижу его. Две ноги сломано. Я просто его не вижу, блядь. Граната вряд ли достанет. Я не знаю, где он стреляет, блядь. Мразь ёбаная на боте. Я его не вижу. Я побежал. К черту это. Окей, я вышел, anyway. Похуй. Бред! Просто где-то бот там сидит и стреляет. Боты ебаные, они тебя замечают это всюду. Стрелять в этой игре невозможно. Пули летят непонятно куда. Куда они летят, хуй его знает. Никто этого не знает. Они куда-то летят. Хорошая история. Ладно, изи катка. Куча экспы, плюс квесты. Заебись. Успешный тарковчанин. Успешно отдохнул в солянатории. Кстати, я уже полностью, ну, догрейдживаю убежище. Чекайте. Я просто, ну, вообще... Прошел игру. Все квесты в соло делаю, у меня все торговцы теперь будут уже с короной. Вернее, они у меня уже, считаю, что с короной. Мне все вообще... Идеально уже в этой игре. Ну, я, конечно, играл уже долго, пиздец. Минус жизнь, блядь, с этим Тарковым. Вот уже делаю солнечную батарею. Солнечная батарея — это предпоследняя, ну, постройка. Она строится 64 часа. То, что показывает 23.17, это нихуя не так. После солнечной батареи левел 3 биткоин-ферма. Я тоже все купил, я уже к этому готов. Это ласт постройка, после этого нужно еще докупить 25 видеокарт. Ну, типа, блядь, это дорого, но... Это будет уже конец. Торговцы, вот, корона, 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 корона. Это при том, что я еще сделал два квеста миротворца. Anyway, у меня уже корона давно. А, этот я еще не доделал. Здесь у меня тоже корона, считаю, что просто не хватает уровня, нужен 40-й. Здесь уровня не хватает, то есть... Прошел игру, грубо говоря, уже считаю, что... Торговцы корона, убежище доделано. Seems good. Seems good. We have knight to f6 by short. We have d3.
что нет? Не, никого нет. Бля, от ботов еще отбиваться надо, залутать всех. И от ботов отбиться. Блять. Вовремя. Оу. Найс, челик приоделся. Тут спасибо. Тут спасибо. Есть кто, нет? Бля, боты могут задушить. Надо алты надеть. Куда шлем выкинул? Я куда-то выкинул целый шлем. Блять. Куда он делся? Я его выкинул под ноги. Такая хуйня. Тут калаш бы на 60 патронов. Выкинул шлем под ноги себе. Пиздец, я его не вижу. Оу. Это я люблю таких челов, которые просто вот, блядь, все с собой носят. Ха. Куда оно делось? А, вон он. Так вот. Красота! Дыха! Вкусно. Тупо напился! Сколько патронов? Около половины. Надо лучше калаш взять. О, маска на квест. Оу, найс. Надо уши выкидывать. Все хуёвое. В этой игре очень важно научиться быстро лутаться. Вот что я понял за все время. Лучше возьму калаш его. Какие патроны? БС-ки? Около половины. Так. Надо выходить, я очень дохуя поднял. Алтынчик целенький, броня протокоцана, ну как бы, ну, еще ее ни разу не чинили. Пойдет. Магазины с БС-ками, 4 магазина. Жестко. Жестко. Жестко, жестко. Тут соглы, тут соглы. Кто там бежит, блин? Вообще, я могу еще посидеть. Это очень жадно. Не, ну в целом, можно. Но это очень жадно. И на самом деле, что я ищу? Все забито. А, здесь не забито. Я не подумал. То есть я здесь могу еще забить место. Это умно. Блядь, чел бежит. Я не готов. Подожду еще одного. Похуй. Я открыл эту дверь, ну, потому что я сделал вид, что меня тут нет. Что я уже ушел. Шлем разбитый, но, конечно, я не буду менять шлем.
Мне и так, в принципе, достаточно видно. Там еще один чувак еще зайдет. Там не будет пати, я думаю. Я уже убил пати. Ага, он идет. На бестелла ВСС перезарядить. Он рядом уже. Если перезаряжать ВСС, то надо было раньше думать. Кстати, чтобы вы понимали, вал и ВСС буквально одно и то же. То есть я раньше думал почему-то, что ВСС и вал отличаются. Ну в этой игре они нифига не отличаются. И то автомат, считаю, что. Прям буквально автоматика. С которого можно спреить. Давайте так сделаем. Ну все, у меня еще есть 4, плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс 2, ну дофига, короче, у меня. У меня еще 16 слотов есть. Супер жадно ждать, супер ошибка, наверное. Я хочу больше. Хочу больше вынести с этого рейда, больше, больше. Нужно больше золота. Там еще один чел идет. Ну, мне кажется, что он идет. Это не факт. Это не точно. Вам буду с калашом. Калаш надежнее. Потому что 60 патронов и потому что БС. Если зайдет чел в левел 6 броне, то это надежнее. А у него калаш БТВ 47-124. Рафлан, здорово. 47-124. Как у него такой калаш, подождите. Как у него 5.45 на 39 калаш, 47-124. А, он жуков надел. А, я понял. Типа разница между этим калашом и 74М. У 74М точность лучше. У него точность 0.04. А тут 0.06. Но при этом на эти вот некоторые калаши можно жуков надеть, приклад. А он с минус 49 отдачи дает. Мне кажется, лучше ходить с калашом, у которого будет, допустим, ну, отдача 50, да, или там 51. Но при этом у вас будет точность 0.04. Потому что отдача 47 и 50, ну, это одно и то же почти. Не, ну, в целом заебись, у него full grade калаш. Так-то, ну. Я просто, наверное, перекину все его шмотки на 74М. Вот это вот все. А жуков я, короче, перекину на... Я жуков ставлю на 7.62 калаши. Как бы на 7.62 калашах даже с жуков прикладом там отдача 65. Там ниже 65 не сделать. Окей. Охуенный рейд, мне понравился. Я его еще не закончил, правда, но... Как я могу тут умереть? Я один на один никогда не умираю в такой вот ситуации. Если их двое будет, ну бля, в теории я могу умереть. Вряд ли там двое будет, слишком много перестрелок. Я и так двух ЧВК убрал, правильно? Да. Ключик нашел БТВ. У ласт катки. Почти миллион стоит. Вообще, конечно, лучше больше места иметь в рейдах. Ну, типа, многие ключи тут не нужны. Многие тут ключи на таможню. Нафига мне не на заводе. Просто каждый раз время перекладывать все туда-сюда. Это вот, конечно, охуенный рейд. Просто кайф. Идешь спать с чистой совестью. У меня очередной уебанский режим сна. Типа, я все-таки пытался снова исправлять режим. Ложусь там спать в 12 ночи или в час ночи. Ну, типа, это называется исправлять. Короче, вы поняли. Ложусь в 12 ночи или в час ночи, просыпаюсь в 5 утра. Лол. Потом сижу до 9 утра, снова ложусь спать. Такой вариант. Странно, да.
странно, плюс сложно. Так, мне нужна еще одна маска. Я доделаю Каратель 2. Так-то большинство квестов в Таркове, походу, ну реально делать соло. Я же делаю. У меня уже все торговцы будут с короной. То есть... Ну понятно, что я все никогда не сделаю. Я даже не пытаюсь. Я знаю, что вот такие вот квесты это забей. Ну как я должен это пытаться сделать? Это же обузить надо как-то. Это надо, типа, договариваться с челиком, попасть на один сервер и получить состояние тремора. До сих пор 0 на 4. Это бред, короче. Это вообще фришный квест. Как только получу 40 уровень, я эту хуйню выполню. Просто получу фри плюшки. Фри сапши. Это выполнимо, в принципе, но это нужно, ну, долго. Долго и нудно этой хуйней страдать. Учитывая баллистику в этой игре. То, как оно летит, это хрен его поймешь. В PUBG вот, что огромный плюс. В PUBG понятно, как пули летят. Он идет. Я его слышал, да? Надеюсь, без гранат обойдемся. Бля, это такой риск, что я тут остаюсь еще. Ну, броня не особо убитая. Левел 5 полностью убитая почти. У меня всегда есть шлемы. Он броню пробить постоянно проблема. Потому что когда я убиваю челика, то я просто скоцываю всю броню. Бля, я плохо сыграл, ужасно просто. Ну ладно, похуй. Я сыграл как Рахит. И... вообще пиздец. Но это не решило. Ну что тут еще можно взять? Эти штучки можно взять. Кедр надо забрать, сложить его просто. Ну, я его сложил, но я не знаю, как его взять. А я, походу, кедр не возьму никак. Как бы я его ни складывал. Ну и похуй. Не так уж он дорого стоит. Че, еще одного подождать? Там еще кто-то есть. Это слишком жадно. Ну зачем? Ну зачем еще одного ждать? Надо его рюкзак забрать. Там же беркут. Я беркута люблю. Вы знали, что беркут? Ну, чтобы вы понимали, в чем сила беркута. Там чувака, походу. Хотя хуй его знает. Ну там выстрелы, как будто какое-то жесткое оружие, возможно, 158. Я до сих пор по выстрелам не шарю. Короче, беркут не отнимает скорости. Это маленький рюкзак, в принципе, да, но скорость не отнимает вообще. То есть, видите, тут нету минуса скорости. Рюкзак дикого такой же, но отнимает 8 скорости. Мой текущий рюкзак, который здоровый реально, он отнимает 20 скорости. 20. В игре есть рюкзак, который отнимает всего лишь 8% скорости. И он по размеру почти как атака. Атака 35, а есть рюкзак, который отнимает 8%, а не 20. И он по размеру 32. Ну, там у него есть один минус. В него нельзя складывать другие рюкзаки. Потому что там, ну... Короче, черный такой называется механизм. Можете глянуть. На барахолке, maybe. Если у вас еще барахольщик не открыт.
В него, короче, нельзя положить другой рюкзак никогда. Его можно положить вдруг в какой-нибудь там в ту же атаку. То есть есть кого. О, идет. Ну-ка еще одного, похуй. Суперласт. Он идет или нет? Просто профит пиздец. Купаюсь в профите. Шик. Ну, а еще здесь 4 слота, точно. Он идет или нет? Я еще одного жду, короче. Чисто на максимальный профит. Ху-ху-ху. Вот это я понимаю, фарм на заводе. Алтынчик. Бронька пятая. Ну, потрачу 40-45 тысяч, чтобы ее починить. Зато будет уже, ну, целенькая. Потеряю немного макс прочности, но anyway, как бы с ним можно побегать пару рейдов. Самое главное то, что калаш взял. Самое главное, калаш именно с патронами. То есть 4 магазина с патронами. Там один был наполовину пустой. Но остальные полные. Куча БС-ок. То есть 200 плюс БС-ок. И 4 магазина по 60. Да хуя. Учитывая все остальное. Тут рейд на... Ну, уже, блин, я не знаю. Я так пытаюсь посчитать. Ну, понятно, что больше, чем полмиллиона. 1700 рейд. Семьсот плюс тысяч рейд. Что, я жду его? Why not? Why not? На why not-ычах. Он идет или нет? Тут столько уже трупов. Ебать. Я боюсь умереть. Какое у него оружие? Чего стреляет? СА-58 или что? Блин, СА-58 это опасно. С хедшота может ебануть мобил, лучше встать. Не сидеть. Хотя не факт. Но эта позиция конкретно, когда ты сидишь, очень хорошая, потому что у тебя угол, пиздец. Смотрите, когда я встаю, у меня угол меньше. Я не могу вот так вот посмотреть нормально. А когда я присел, опа. То есть сила этой позиции в угле, когда ты присел. Очень жестко. Что-то на уровне моей позиции в PUBG в гараже. Я первый замечаю противника всегда. Потому что, ну, у меня угол обзора получается лучше. Он заходит, даже если он чекает, я его первый вижу. Ну даже если никто не придет, похуй, ладно, посидел, посидели, отдохнули. Даже не знаю, кто там, ЧВК или Дикий. Кто там ласт остался. Тридцать восьмой уровень уже бытового. Ну, до последнего надо сидеть, до второй минуты. Или даже до 1.30. Вполне вероятно, что там чел сортирует лут.
Но все будет моим. Все будет моим. Ой. Охуенно нажать случайно кнопку какую-то просто, блядь, 10 на 10. Чуть не обосрался. Почти полон. БС. Булщит патроны. Но они реально булщит. Они очень сильные. Они по силе, как игольник, грубо говоря, почти одно и то же, считаю, что. Я бы сказал, даже одно и то же. Но при этом у них дэмэдж чуть выше. И у них меньше отдача. Игольник добавляет отдачу на оружие. А БС нет. И у них больше дэмэджа. И они дешевле стоят. То есть БС равно булщит. БС, короче, стоит почти в два раза дешевле, ну, аналогичных топовых патронов у эмок. М995. Пробиваемость у них такая же, но БС стоит почти в два раза дешевле. И при этом, ну, как бы, я же говорю, они ебанутые. Вообще, на самом деле, несмотря на то, что в этой игре западное оружие, ну, очень сильное, overpowered, без отдачи вообще считаю, что когда оно фулл-грейдженное, оно очень дорогое, и патроны супер дорогие, даже нет смысла на самом деле ходить с чем-то, кроме калашей, ну, если ты именно хочешь полностью одеться, там, топовая винтовка. Ну, типа, чтобы постреляться на maybe, там, на средней дистанции, если что. Если ближняя карта, то понятно, что самый лучший вариант — это всегда СА-58. То есть в такой ситуации СА-58, ну, anyway, намного лучше. Любая перестрелка, там, до 15 метров СА-58, ну, топ. И для кемпинга топ. Слишком топ. Че, никто не придет? ВСС и вал тоже, конечно, заебись. Дэмэдж очень хороший у патронов, и пробиваемость тоже норм. Ну, у СП-6 именно. Там СП-5, СП-6, и потом еще два варианта, которые прям вообще сильно пробивают. Но они дороже намного, чем СП-6. Я всегда хожу с СП-6, потому что они, ну, в плане цена-качество, заебись. У них пробиваемость хорошая вплоть до шестой брони. Шестую броню они, ну, почти не пробивают. Ну, как бы, ты не можешь в голову нацелиться, а шлемов не бывает с шестой броней. Ну, вернее, есть один шлем, у которого шестая броня, но у него забрала четвертая, поэтому, ну... СП-6 патроны, которые стоят 291 рубль за патрон. Топовые. Сейчас чекну, какой у них дэмэдж. Еле. Типа, очень слабо. Поэтому есть смысл только с СП-6 гонять. Ну, типа, с СП-5 тоже есть смысл, но если челик придет в ЛП-5 броне, в алтыни, например, он вас убьет, наверное. Вы ему ни в голову не можете, ни в грудь. Ладно, пора выходить, походу, чел не придет. Ну, посидел лишнее время, зато anyway, как бы, если он супер доволен. Все супер заебись. Кайф. Охуенный рейд. Обожаю охуенные рейды. Они когда, короче, присел, лутаешь челика, и тебя бот убивает с мосинки в спину. С одного выстрела, например. Ну или с двух. Вот это вот не очень хорошие рейды. Кто-то двигается? Ну, жду до 1.30. Да можно даже до первой минуты подождать, я не знаю... Даже учитывая, что не успел залутать. Лишь бы не пустить. Я кого-то слышу там, но это походу бот. Вода в организме кончается.
походу все. Похожу немножко, силу прокачаю. И такой сейчас интернет вылетает. Оп, я не вышел с карты. Ага, конечно, ну нахуй. Лучше здесь стану. Так, по крайней мере, если на это вылетит, то все уже, я вышел. Охуенный рейд, просто охуительный. 5к плюс XP. И то ли 700, то ли 800 тысяч вынес. Вообще кайф. И на самом деле меня даже не покоцали. Почти что. Вообще легкий. Или меня вообще не покоцали. Мне кажется, я даже броню не потерял свою, в которую я пришел, у меня ни капельки ее не покоцали. А не, меня походу коцнули. А да, меня коцнули же изначально, когда они пришли. Я же кровотечение останавливал. Все, я вспомнил. Ладно, всем пока. Лицо. Рук.